Добрый день, друзья! Сегодня готовим самое любимое лакомство 90-х – леденцы на палочке. Готовятся они очень просто. Для них нам понадобится сахар, вода, лимонная кислота. При желании можно добавить ароматизатор и краситель. В сотейник добавляем сахар, воду и совсем чуть-чуть лимонной кислоты. Ее можно заменить на пару капель лимонного сока или уксуса. Отправляем на средний огонь и ждем, пока закипит. Тем временем подготовим форму. Кстати, количество продуктов рассчитано на 6 леденцов. У меня форма еще с 90-х годов, поэтому извините за ее внешний вид. Обильно смазываем обе формы растительным маслом. Закрепляем. Когда содержимое сотейника закипит, помешиваем его. Тут главное не передержать. Готовность сиропа определяем по цвету. Он должен быть светло-янтарного цвета. Первые разы, когда я готовила, я хотела, чтобы цвет был более насыщенный, такой коричневый. В итоге конфеты у меня получились горькими. Поэтому очень важно, цвет должен быть светло-янтарный. Есть еще способ. Капаем пару капель в холодную воду. Если после охлаждения карамель остается довольно мягкой и тянется, значит сироп еще не достиг нужной температуры. А если карамель становится твердой, перестает липнуть к зубам, значит можно разливать ее по формам. Снимаем с огня. На этом этапе можно добавить ароматизатор и пищевой краситель. Я первую партию сделала без добавок, во вторую добавила клубничный ароматизатор и чуть-чуть пищевого красителя. Тщательно перемешиваем и разливаем по формам. Если у вас нет специальных формочек, можно сахарную смесь разлить по столовым или чайным ложкам. Вставить зубочистки, чтобы было удобно держать конфеты. Или вылить в форме кружочков на пергаментную бумагу или силиконовый коврик. Вставляем заранее подготовленные палочки. Даем полностью остыть. Вынимаем из формы. Если вы сделали все правильно, леденцы у вас легко и просто достанутся. Для лучшего хранения такие сладости следует упаковывать в отдельные пакетики, хранить в сухом месте без доступа влаги. Все очень просто и вкусно. Жду ваши отзывы в комментариях под видео. Всем приятного аппетита!